Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Outlast. И мы находимся где-то, судя по всему, недалеко от выхода из этой больницы. Ну так, по ощущениям. То есть мы в предыдущей серии избавились от этого доктора, который отпилил нам несколько пальцев и утащил нас от выхода. И теперь мы на том самом этаже, но так просто туда не пробраться. Мы уже нашли горящий кафетерий, но мы не можем пройти оттуда на выход, потому что система пожаротушения работает, и там кругом огонь. Поэтому нам нужно открыть две заслонки сейчас. И я думаю, что здесь, кроме меня, кто-то есть, потому что эти звуки, они реально вымораживают. Супер! Кто же тебя так мог повесить? Уж не Крис ли? Криск-то у нас парень. Резкий на поворотах. Ну да, твою мать. Дверь не закрывается. Твою мать. Хорошее начало. Так, он сейчас зайдет сюда. Я надеюсь, дверь не будет открывать. Мы же вроде как не дали себя заметить. Так, все, он заходит. На самом деле, то, что происходит в последних сериях, это иначе как пипец, слово не подберешь к этому применительно, потому что это реально пипец. Здесь кроме Криса и тех двух голых мужиков хватает уродов, которые пытаются нас убить. В одной из серий вообще была прямая цитата из Call of Cthulhu, что он ломает там. Куда я иду вообще? Твою мать. Ох-ох-ох. Тихо. Мать. Где я найду эти две заслонки? Вы издеваетесь, что ли? Уходи туда. Уходи. Тихо. Давай, парень. Я тебе не нужен. Вернее, я тебе, понятно, нужен. Ты хочешь отпилить мне что-нибудь, как и все тут. Ну, блин, ну почему же ты пошел обратно? Сейчас он посмотрит на меня и заметит. Да, икона мать. Как, блин, надо было уходить вон туда. Ладно, сейчас дождемся и двигаем в ту сторону. Надеюсь, в этот раз он меня не заметит. Спокойно, да? Спокойно. Твою мать, это что, тупик, что ли? Тупик не тупик, а по крайней мере я в сравнительной безопасности, да? Нет. Он тут, он идет обратно. Поймешь, но по крайней мере отсюда можно будет убежать от него. Так, ладно. К этому уже пора привыкнуть. Просто привыкнуть. Ну или что ли? Давай ты не будешь кричать.
Они полностью поехавшие, по-моему. Блин, это самая больная игра на свете. Ну как можно так вообще? Охо-хо. Твою мать. Он сейчас как-то придет сюда, да? Спокойно, парень. Так, он там? Где он вообще? Хорошо, одна готова. Осталось, блин, да подожди, не лезьте. Спокойно. Куда он подевался-то? Тихо. Он где-то прямо здесь. Крис, иди отсюда куда-нибудь, пожалуйста. У нас собака такой здоровый, это реально Крис Редфилд какой-то, если так посмотреть. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. Потихоньку, пожалуйста. Что ты хлопаешь, мать твою, за ногу? Почему так мало батареек дают в последнее время? По-моему, он идет сюда. Дождемся, пока он пройдет сюда, и будем валить, потому что он уже ломает дверь. Ты просто посмотри на эту рынду, это же... Уходит, нет. Ни хрена его не вижу. Блин, как-нибудь хочу из окошка выбраться, что ли. Блин, мне страшно туда выходить. Твою мать. Офигеть, и как же мне тебя обойти-то вообще?
Блять. Где он? Где он находится? О, чёрта. Я же ничего не вижу. Давай быстрее, пожалуйста. Вот это был напряг. Ай, твою мать! Это свалить. Это же тот мужик, про которого я сказал, что он более-менее нормальный вроде. От кого он убегал? Возьми-то, блин, что-нибудь, чтобы обороняться. Блин, ты разбей это окно уже. Нет, окно не разобьешь кругом решетки. О, так, это похоже... Вот то, что нам нужно. А что же у нас тут тогда? Пальцы. Я уже это говорил, но к чертям это место. У меня еще осталось несколько пальцев. Так, ну и что тут? Батареечки нигде нет. Место, кстати, шикарное. Тут закрыться и жить. Жратвы полно. И живешь себе, не знаю. Сколько тут можно прожить? Недельки-две, прежде чем тебя найдут и убьют. Всяко лучше, чем бродить вот так, как я. Просто замечательно. Ох, какая пакость. И вот мы выходим в холл, похоже, да? Где-то здесь. Вот выход, смотри. Выход на улицу. На улицу? Ох, офигеть. Оно... Может, не стоит выходить на улицу? Что-то там совсем. Ох, документы. Отчеты, отчеты состояния пациента такого-то, такого-то, об экономической целесообразности, на арест имущества. Так, ЦРУ, убийство под воздействием гип... А, блин, что это? Блин, я уже туплю, все, я сегодня устал. Я думаю, что это текст. Выдержка из программы МК Ультра. Программа МК Ультра, документ ЦРУ, страница 159, выдержки. Для подшивки тема «Синяя птица. Специальное исследование». Первое. Общее описание проблемы. В последние несколько месяцев синяя птица пытается выяснить с помощью исследований, изучения и практики, может ли ВС, внушение во сне, и Г, гипноз, привести пользу применительно к специфике военных действий, стоящих перед агентством задач. И если да, то какую именно? Третье. Так, это выдержки, понятно. Второго нет. Третье. Возможен ли постгипнотический контроль над действиями человека, вопреки его собственным нравственным ценностям? Седьмое. Можно ли гарантировать полную потерю памяти при любых обстоятельствах? Восьмое. Возможно ли трансформация человеческой личности и как долго может длиться подобный эффект? И семнадцатое. На каких принципах строится работа сонной машины?
Шикарно вообще. Знаете, я так хотел на улицу, что-то уже перехотел. Давайте не будем спешить. Осмотримся. Я так понимаю, нам все равно придется дойти. Бедолага. Я не хочу сюда идти. Это что такое? Кто-то рыщет, что ли? Я не понял. Офигеть, ничего не видно. Открой. Эта дверь открывается чем? Ничего. Хорошо. По кустам, зато в сравнительной безопасности. Сравнительно. Вот здесь реально в потемках. Это вообще пипец. Я силуэты вижу очень и очень плохо. Батарейки еще экономить надо. И что это? Что это за звуки такие? Вон там что-то есть. Что это такое? Наше собственное распятие. Я даже не знаю твоего имени, но я думаю, в тебе течет та же кровь, что и во мне. Надеюсь, ты не станешь возражать. Еще я надеюсь, что ты не слишком застрял в тщетной жалости к себе и страхе, что твои страдания тяжелее, чем у всех прочих. Нам всем приходится это терпеть, и ты почти справился. Нет пути на небеса, кроме распятия. И каждому нужен тот, кто вобьет гвозди. Буду рад помочь тебе. Жду тебя здесь. А сколько ты живой, написано? Не сюда явно. Как-то надо экономить. Но я нифига не вижу, я не знаю как. Хорошо, блин, может я там проглядел ключ? Там что-то есть в этих кустах определенно. Это за хрень тут летает. Как я буду жить здесь? Ух, там что-то было, по-моему. Что-то. Давай, иди сюда, милая. Госблок у нас прям через поле. Но там реально что-то летает. Не могу сказать, что я видел, но что-то я точно видел. Такое ощущение, что сюда оно не зайдет.
Рывок. Для начала сюда. Блин, эти мурашки. Что вы делаете? И теперь отсюда. Как-то вон туда. Давай, давай, не застревай. Давай. Твою мать. Быстрее, быстрее. Давай, открывай. И скрывай. Слышите это? Это уже не фрики, это что-то совсем ненормальное. Так, ладно, ну это что, давайте мы на этом прекратим, наверное, потому что, блин, я все уже совсем испуган. Чуть-чуть отдохну и продолжу дальше, не знаю, может завтра, там, может потом. Короче говоря, увидимся в следующей серии. Мне нужен передых, потому что, бродя вот по этому дворику, я понял, что это очень-очень страшно. Короче говоря, спасибо, что смотрели. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. How far you away from me? You'll be right by my side, close to me, so close to me, so close to me. I'll hold you in my arms, won't let you slip away. You'll just think of me